Результаты арбитража в Гааге не повлияют на суверенитет Китая в Южно-Китайском море. В этом убеждены замминистра иностранных дел КНР Джан Йесой. Арбитраж, инициированный Филиппинами, типичный случай политической предупрежденности, заявил дипломат в субботу на 5-м глобальном мирном форуме в Пекине. Рассмотрение дела было односторонним и политически мотивированным. Арбитражная коллегия собралась из политических соображений и была временной. Вынесенное решение подогнано под политическую конъюнктуру. Такие действия нарушают основы законности, попирают международное право и принципы международных отношений. Гаагский арбитраж по Южно-Китайскому морю – это угрожающий негативный прецедент. По словам дипломата, арбитражная коллегия превысила свои полномочия и допустила процессуально-юридические, доказательные и фактические ошибки при вынесении решения, что делает его несправедливым, не вызывающим доверия и необязательным к исполнению. Решение арбитража подрывает авторитет Конвенции ООН по морскому праву и разрушает доверие государств к третейскому механизму разрешения споров. Арбитраж нанес удар по существующему международному законодательству, причинил ущерб миру и стабильности в регионе, убежден Джан Йесой.